25 декабря на заседании Высшего совета в Доме правительства Подмосковья подвели итоги работы в 2019 году. Для оценки деятельности муниципалитетов региона используют показатели рейтинга 50. Он показывает, насколько городские округа продвинулись по ключевым направлениям. Одинцовский городской округ получил премию «Прорыв года» за поддержку преобразований в здравоохранении, а также занял 15-е место в рейтинге подмосковных муниципалитетов.